Закончив техникум с красным дипломом, я поступил сразу на третий курс Донецкого политеха. Но, собственно, поступил лишь потому, что у меня уже к тому моменту там была группа. Потому что, когда я был студентом техникума, я неделю учился в техникуме, а неделю я жил в Донецке. Меня ребята с помощью простыни поднимали на второй этаж, потому что меня не пускали. Ну ладно, это легенда. Нет, вполне серьезно. Каждый день они выкидывали мне со второго этажа простынь, и я забирался. Вы были худеньким мальчиком? А я сейчас... Или были крепкие простыни? Ну нет, это вполне серьезно. Вы думаете, просто не выдержит? Нет, конечно, если за нее за один край держаться, и она порвется. Но если ее свернуть, то вполне. Это обычная физика, ребята.